Да. Может быть, все-таки рисковать так. Быть первым? Это белый, значит, я вам выбираю. Свободный вопрос. Хорошо, давайте. Давайте. Вот этот выберите мне. Вот свободный вопрос, там ничего не написано. Поэтому я вам карточку на подумать. Хорошо. Да, вот эти вот карточки на подумать. Читайте, это отвечайте. Карточка? Да. Угу. Да. Вопрос на подумать. Попробовали ли вы мясо? Пробовали вы мясо животного, которого не принято есть? Не принято есть. Да. Я не пробовал. Нет? Никогда? Нет. Я бы не стал, если я не знал бы, что это за мясо, не стал бы пробовать. Да, вот мне недавно, не буду говорить, кто, человек рассказывал, что от голода, там, голуби съел. Нет, от голода, наверное, я бы съел. Вот видите, да? Вот если мы говорим о том, что мы сидим в ресторане, то я бы не стал рисковать. Как-то я без... В ресторане никогда же не знаешь, на самом деле, кого ешь. Ну, нет, хотя бы там написано же, да. Хотя бы написано, этот вкус похож на то, что там написано. А когда там неизвестно... Не всегда. Да? Ну, не всегда. Я не хожу в такие рестораны, не похожи. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.